Калі прымусіць час сказаць бывае, а ў сэрцы не пагасне жар кахання, пакінь без слоў, але не затрымай мяне суровым словам расставання. Два столетия назад этот город подарил Беларуси, а также всему миру, великого песняра Адама Мицкевича. Как обстоит дело в Новогрудке с современными песнярами, мы узнаем прямо сейчас. Это проект «Поющие города». Антон, давно ли вы ходили в музей? Поляки говорят, что он поляк, Мицкевич, да? Потому что писал всю жизнь по-польски. Но он себя сам называл литвином, то есть белорусом. Самое важное то, что он в своих произведениях очень много писал про город Новогрудок и про пейзажи. Город с богатой историей. Новогрудок сегодня будет доказывать, что он в том числе не только исторический, но еще и певческий центр Беларуси. Расскажите, пожалуйста, что сегодня будете исполнять? Сегодня буду исполнять Яхва Науменко из репертуара «Кружева сирени». Попеть, потанцевать, слово «супер» угадать, мамочку здесь вспомнить. Не смогли бы здесь играть, если бы мамы не было. Новогрудок встретил нас народным пением. Это первый город Гродненской области, где на кастинг пришло такое количество народных ансамблей. Певица Елена Волошина возглавляла жюри кастинга в Новогрудке и перед началом призналась, что ей не просто оценивать таланты, ведь каждый, кто пришел на кастинг, сделал смелый шаг и уже победил. У меня день, у меня дома не сядется, я пришла с вами разом не сядется. Тут музыки веселье горою, пусть пляшут там молодым душою. Хочется пожелать вам, чтобы в следующий раз, когда вы придете к нам на кастинг, вы предложили нам что-то новое, что-то необычное, потому что была возможность у вас представить и народную тематику, и что-то эстрадное. Поэтому желаю вам развиваться дальше. Спасибо большое. Молимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, и в душе свечами согрей. Но все равно я буду, буду тебя любить, буду как прежде жить. У нас сегодня такое жюри получилось, одни женщины сидят. Не кажется ли вам, что тогда выступающей женщине будет сложнее понравиться? Да, мне кажется, что... Не хватало мужчин в жюри, да? Да, очень не хватало. А эта песня с романтическим названием «Люблю» не единожды звучит на кастингах нашего проекта. Голос есть, но дыхание, опоры и подачи, как у Лары Фабиан, не хватает. Поэтому вот в следующий раз вы возьмете эту композицию только в том случае, если вы ее сделаете на 10 с плюсом. Ну кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу и побегу за тобой, обгоняя рассветы. Ведущая СТВ Ирина Мартьянова активно раздавала советы конкурсантам и даже критиковала выступающих. Если вы редко поете, вы почему пришли к нам на кастинг? Я так понимаю, что здесь нас штурмуют люди, которые видят свое будущее исключительно в шоу-бизнесе. Танцевальный коллектив «Современность» в холле Дворца культуры перед кастингом зажигали и улыбались, а на сцене перед жюри улыбки куда-то пропали, и страстного танго не получилось. Танго – это танец влюбленных, страстных мужчины и женщины. Поэтому я не говорю уже об элементах, которые вы, может быть, даже не синхронно исполняли. Бог с ним. Это школа. Все понимаю. Но сделали хотя бы, ну сделайте хотя бы вот этой страсти в глазах. Мне ее не хватило и в движениях тоже. То, что у вас в глазах мало страсти во время танго, это девушки виноваты в этом? Возможно, и девушки. Хоть ты реченька, с бережку крутый.
что именно нужно изменить вот вас, в вашей манере исполнения, чтобы вот действительно все получилось? Ну, я даже не знаю, мне кажется, меньше волноваться нужно, тогда все получится. Но вот волнение это убивает все. Най-най, гитара мается, ай-яй. А вот поколение постарше показало обратное. Не волновались, уверенно пели и улыбались. Вот что значит опыт. Поделим нежность мы на двоих, и любовь разделим мы пополам. Там на моей стороне луны, там все понятно без лишних слов. Ты научите, как это вот так выходить на сцену? Что говорите себе? Это значит 17 лет нужно петь. Поющие города. Кружево сирени, закружит сирени дым. Как считаете, смогли их обаять? Думаю, что да. А есть какие-то у вас секреты обаяния женщин? Сюда улыбчивые, веселые, азартные. Артем, Ваня, Андрей долго не думали над названием группы и взяли первые буквы своих имен. Получилось АВА. Очень плохо поем с Антоном, зато ребята поют классно. Они были последние в Новогрудке. Как ощущения? Ну, нам понравилось. Мы хотим еще, конечно, такие конкурсы. Это очень, конечно, интересно, увлекательно. Большое спасибо, что проводите такие мероприятия. Поющие города! Проблема в том, что многие люди здесь как будто из прошлого века. Может быть, это грубо звучит. Город-то старинный, он старше Минска. Неважно, неважно. Люди ведь не оторваны от современности. Да, есть телевидение, есть радио. Интернет. Да? Интернет. И если вы хотите пробиться на сцену с чем-то таким очень ретро, то вы должны делать это действительно круто. Певица Елена Волошина, которая родом, кстати, из Минска, выбрала Новогрудок не случайно. В этом городе у нее живут друзья, и Лена точно знает, что... Мы сделаем максимум, чтобы Новогрудок победил. Остальные города Беларуси трепещите. Да. Настя, ну теперь ты понимаешь, почему я влюблен в свой родной город. Я по утрам прихожу и говорю: Новогрудок, здравствуй! Как-то странно, Антон, получается. В очередном родном твоем городе тебя никто не знал. У тебя что, друзей не было? Все гораздо прозаичнее, Настя. Здесь же жил мой соотечественник Адам Мицкевич, который оказался более популярным, чем я. Так что прощай, Новогрудок. Проект «Поющие города» двигается дальше.